Женская сила – это кусочек женской силы. Я вам предлагаю магическое применение этого, в принципе, практичного инструмента. Если вам нужно о чем-то подумать, принять какое-то важное решение или просто побыть наедине с собой, со своими мыслями, возьмите вилочку в руки и просто начните плести шнурок. Заложите в него все самое важное на сегодня, на сейчас. Побудьте в моменте. Это может быть что-то отрицательное и негативное. Горести, обиды, печаль, какая-то злоба. Если накопилась усталость, туда же ее вгоняйте. Можно прям внутри себя рассказать все то, о чем болит. Когда мы крутим вилочку, мы совершаем очень однообразные движения. И со временем, когда уже мы не задумываемся о движениях, мы входим в какой-то ритм, в такой в транс. И наш мозг работает очень интересно. И ваш рассказ тоже может завести вас в какие-то интересные моменты, стороны. Может быть, необычные решения придут вам в помощь. И вы вполне можете прийти туда, куда совсем не ожидали. Уделите этому процессу время. Пусть это будет именно процесс. Посидите, покрутите вилочку хотя бы 10 минут. Побудьте наедине с собой. Если вы закладываете отрицательную силу, то шнурок этот можно потом сжечь. Спустите пепел в воду. И вместе с пеплом уйдет и все то, что вас беспокоит. Пусть все отрицательное, злое и плохое покинет вас. Но также это может быть и другая история. Она может быть светлой, позитивной, доброй. Найзенвяги, женская сила, она может творить чудеса. Это могут быть ваши мечты, желания, стремления, надежды на все-все-все самое-самое прекрасное. Здоровье, благополучие, удача, любовь. И заложите в этот шнурок все то, к чему вы стремитесь, к чему вам хотелось бы прийти. Пусть этот шнурок будет красного цвета. И красный цвет, он обладает какими-то удивительными свойствами, проверено не раз. Пусть даже в этом шнурке будет то, что у вас уже есть. Пусть оно закрепится и сохранится. Зафиксируйте эту точку для себя, чтобы не было откатов. А когда ваш шнурок будет готов, повяжите его себе на запястье. И когда вы будете его носить, в течение дня, может быть, ваш взгляд упадет на него, и вы будете возвращаться к этому моменту, где у вас все хорошо. Пусть ваши светлые надежды и мечты тоже будут вместе с вами, чтобы вы не забывали, к чему вы стремитесь каждый день. Во время плетения мы все время совершаем однообразные движения, повороты. Вилочку можно крутить в двух направлениях, например, по солнышку, по часовой стрелке. Крутите ее в этом направлении, если вам хочется быть ближе к себе, к природе, к окружающему миру, если вы хотите ускорить это событие. Но также эту медитацию можно проводить и против солнышка, против часовой стрелки. Это поможет замедлиться, заземлиться, подумать о чем-то своем и внутреннем. И в то же время эта простая медитация поможет сделать вам практичный шнурок. Его можно использовать в рукоделии, в одежде, в обувь, в ботинке, сделать лямку для сумки, пояс и многое другое. Наша женская сила всегда с нами.